теряем, нас ждет опять смертельный бой, нас ждет опять смертельный бой. Сомнения прочь, взлетаем. Забыло небо то, что есть цвет голубой на свете. Наверно, нами движет месть. Мы душим гадов этих. Горит родная Беларусь. Мороз идет по коже. Я верю в то, что я вернусь. Я верю в то, что я вернусь. Стрелок мой верит тоже. Небо, ты нас не забудешь. И все-таки нашим осталось. Мы все как один, мы дожить до победы мечтали. Небо, мы шли сквозь огонь, нам тяжелое бремя досталось. Сжимая штурвал, стиснув зубы, мы в бой улетали. Под плоскостями дымуча колонна танков прет. Фашисты в рации кричат: «Дер Химмель, Шварц, это!» В беге глубокое вхожу, смертям не бывать. Я вам сейчас всем покажу, я вам сейчас всем покажу. Такую вашу мать, горит земля, вот это бой! И мессеры насели под черт, мехвост зашел худой. Я видно на прицеле, и мой стрелок навек умолк. И боль мне сердце давит. Сегодня вечером наш полк, стал бы вечером наш полк, хлеб с водкой нам поставит. Небо, ты нас не забудешь, ты все-таки нашим осталась. Мы все как один, мы дожить до победы мечтали. Шли сквозь огонь, нам тяжелое бремя досталось. Сжимая штурвал, стиснув зубы, мы в бой улетали. Летят метра серый вослед, огонь уже в кабине. Мне прыгать смысла просто нет, нет мыслей в помине. За здорово живешь в бою, мне погибать негоже. И жизнь короткую свою, и жизнь короткую свою продам я подороже. Мое последнее пике, назад мне не вернуться. Без бомб я нынче налегке, мне хоть не промахнуться. Штурвал бы только удержать. Теперь молитесь, гады, еще успел я прокричать: ребята, лихо вспоминать, наш экипаж не надо. Небо, ты нас не забудешь, ты все-таки нашим осталась. Мы все как один, мы дожить до победы мечтаем. Небо, мы шли сквозь огонь, нам тяжелое бремя досталось. Сжимая штурвал, стиснув зубы, мы в бой улетали. В небо. Дорогие друзья, добрый вечер. Ну, позвольте мне так заранее или не заранее, потому что, ну, в некоторых странах западных там сегодня считается уже, как, даже не знаю, как этот праздник у них называется и для всех ли он там праздник. Но для нас это самый великий, самый святой праздник, именно святой, я не побоюсь этого слова в этом приложении. С Днем Победы! Годы идут, вот уже восьмой десяток пошел. Ветеранов все меньше и меньше. Мы вчера вот на телевидении говорили на эту тему как-то. Один человек говорит: да нет, да еще вроде как вот много, вот в Прибалтике там несколько сотен. А какая Прибалтика, какая Россия? Я говорю: да какая разница, дело-то не в том. А дело в том, что это уже люди совсем-совсем в почтенном возрасте и уходящие очень быстро. Конечно, хочется, чтобы они подольше пожили. И чтобы они остались последними ветеранами таких вот подобных войн, потому что то, что происходило в середине 20 века, настолько наложило какой-то такой, наверное, генетический отпечаток, что мы до сих пор, кроме таких реальных войн,
еще и так воюем, в общем-то, где-то во дворах, детки. Сквозь время мы годы воюем, отцов и дедов повторяя. Мы снова высоты штурмуем и словно взаправду стреляем. Хоть войны по книжкам мы знали, отчаянно все же рискуем, а пластмасса в руках вместо стали. Мы снова воюем, 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 воюем. И пусть не война, всего лишь войнушка, и пусть автоматы, всего лишь игрушки, все как на войне, мы врага атакуем. Мы снова и снова воюем, воюем, воюем. Мы сами дошли до Берлина, пройдя всех дворов повороты. Мы сами взрывались на минах, в атаке водили мы роты. Мы вместо погибших стреляем, когда отступаем, горюем. А пусть игры все это мы знаем, но снова воюем, 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 воюем. И пусть не война, всего лишь войнушка, и пусть автоматы, всего лишь игрушки, все как на войне, мы врага атакуем. Мы снова и снова воюем, воюем, воюем. Все войны свои я закончил, годов уже стало поболее. Но что-то в душе болит очень, когда выхожу в чисто поле. Здесь дед мой средь тысяч схоронен, по ним мы полвека тоскуем. За них поднимаемся с боем и снова воюем, 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 воюем. И пусть не война, всего лишь войнушка, и пусть автоматы, всего лишь игрушки, все как на войне, мы врага атакуем. Мы снова и снова воюем, воюем, воюем. Войну сын не видел в помине, малыш, впереди 10 классов, а просит уже в магазине купить автомат из пластмассы. И пусть не война, всего лишь войнушка, и пусть автоматы, всего лишь игрушки, все как на войне, мы врага атакуем. Мы снова и снова воюем, воюем, воюем. Спасибо. Я как-то, ну, концерт начал с таких, наверное, серьезных песен, ну, в моем понимании, еще их там сколько-то будет, ну, потому что праздник такой. А вот следующая песня, я всегда третью песню, вы уже, ну, многие знаете, что пою в памяти тех, кого среди нас нет. Это разные песни. Сегодня хочу спеть такую вещь, которую написал четверть века назад. И когда писал, ну, не подозревал, что песня будет востребована и спустя такое количество лет, потому что, когда я ее писал в 91-м или 92-м году, вот эти события, там, развала страны и глобального съезда крыши, так если можно высказаться, в Европе, когда начали там сносить памятники воинам-освободителям, это очень как-то так цепляло, наверное, любого нормального, вменяемого человека, у которого в родне обязательно кто-нибудь-то погиб на войне этой. И вот я помню, написал песню и думал, что, ну, так, некоторое время я ее буду петь. Есть такое понятие «датская песня» в музыке. Это означает, что песня по событию, которое только вот пришло и ушло. К сожалению, вот 25 лет прошло, и, ну, был какой-то период, когда я не особо-то часто, может, и вообще даже не исполнял, но вот ровно 10 лет назад, вот, даже как-то недавно в новостях отметили это в каком-то сюжете, что именно 10 лет назад случились эти события в Таллине, когда даже люди погибли, это известная история по сносу бронзового солдата. 10 лет назад. И вот тогда я даже, как раз у меня шла работа над переизданием диска «Я летчик», и я включил эту песню тогда вот в него, сделали мы аранжировку. Вот, конечно, хотелось бы ее не петь.
мой дом последний здесь. Здесь в плащ палатках рваных наш взвод почти что весь лежит в смертельных ранах. Здесь братская могила, здесь вечно отдыхаем. Земля нас всех сплотила, мы годы вспоминаем, как прямо на запад шли упрямо. Не дождались нас мамы, и я дойти не смог. Мне бы увидеть свое небо, услышать запах хлеба, вернуться на восток. А люди там над нами ломают монументы, и по венкам ногами растоптаны все ленты. Тот танк, что этот город освобождал когда-то, и что стоял здесь гордо, уже пропал куда-то. Ветер, ты знаешь все на свете, за что же люди эти теперь так злы на нас? Сколько нас полегло здесь, сколько в земле чужой, да только все позабылось в раз. Но все, нас переносят, весь взвод за город прямо. Потом их дети спросят, что было в этих ямах. Здесь были те ребята, которых не дождались, которые когда-то за их народ сражались. Пули косили нас и гнули, но все ж мы не свернули. Врагу пришлось бежать. Ждали тогда нас здесь, так ждали. За них мы жизнь отдали, остались здесь лежать. Случилось, что на свете вновь прах наш засыпает. Меня на землях этих второй раз убивает. Мы были здесь не гости, нас гибнуть не просили. Не трожьте наши кости, верните их в Россию. Где-то сквозь годы ждут нас где-то. Прошло хоть много лет, но нас помнят и теперь. Мне бы увидеть свое небо, услышать запах хлеба, открыть родную дверь. Мне бы увидеть свое небо, услышать запах хлеба, открыть родную дверь. Ну вот я все время надеюсь, что когда-нибудь пройдут годы, и хотелось бы, чтобы их поменьше прошло, чтобы не петь именно эту песню. Можно петь военные песни. А я скажу, есть же такая замечательная классика, которая, над которой не властны ни годы, ни обстоятельства. Я вот всякие чужие песни люблю иногда попеть дома, на кухне или где-то даже там в лесу за костром, но практически не позволяю себе это делать на концертах. Вот единственное исключение – это День Победы, когда я могу спеть иногда так на протяжении концерта, если кто был год назад вот на таком же концерте в честь Дня Победы, то помните, несколько песен я спел. И сегодня тоже не хочу уходить от этой уже, наверное, какой-то такой традиции. Ну вот, спою.
Многие песни, они вообще, как говорится, стали народные. Некоторые малоизвестные, некоторые определенно известные. Всякие есть. Ну, допустим, вот это я в свое время очень удивился, что ее не все знают. Туман, туман, слепая пелена, и всего в двух шагах за туманами война, и гремят бои без нас, но за нами нет вины. Мы к земле прикованы туманом, воздушные рабочие войны. Туман, туман на прошлом, на былом, далеко, далеко за туманами наш дом. А в землянке фронтовой нам про детство снятся сны. Видно, все мы рано повзрослели. Воздушные рабочие войны. Туман, туман опутал землю вновь. Где-то там, далеко, за туманами любовь. Долго нас невестам ждать с чужедальней стороны. Мы не все вернемся из полета. Воздушные рабочие. Рабочие войны. Спасибо. Замечательный фильм «Хроника пикирующего бомбардировщика». Недавно мы с моим шефом ездили в командировку, ну, я имею в виду, в телекомпании НТВ, в военной программе. И размышляли о современных фильмах военных, ну вот не цепляет, как говорит, как говорил товарищ Станиславский или господин Станиславский, не верю. Вот, именно вот те фильмы, и что-то, ну просто проходит «Хронику пикирующего бомбардировщика», вспомнили о том, что вот там были настоящие П-2. Ну, это еще в 60-е годы фильм снимался, хотя уже тогда самолет-то на вооружении не стоял, но вот в фильме он... Настоящие были, если, допустим, в легендарном, даже я сказал бы, эпохальном и самом главном авиационном фильме «Будут одни старики», там Як-18, хотя на это не обращаешь внимания, вот там именно настоящие боевые самолеты. Там, кстати, была еще такая очень замечательная, скажу, песня, хотя в фильме, вот с кем не разговаривал, не все ее помнят, потому что она там буквально минутку. И мало того, она даже не до конца, там где-то на последних словах, достаточно такая трагичная ситуация, когда вбегает один из техников, говорит, там один по первой полосы садится. Вот, а песня очень добрая. Я попробую ее сейчас спеть. Кстати, ну вот я слышу, некоторые подпевают, это нормально, и давайте. А здесь подпевать очень просто, потому что... Нужно просто вот четыре имени произносить. Даже тут надо запомнить четыре отчества, потому что песня называется «Четыре Ивана». Там Иван Иванович, Иван Степанович, Иван Фомич, Иван Ильич. Вот, ну сообразите. Летчик был Иван Иванович, штурман был Иван Степанович, стрелок-радист Иван Фомич. Техник был Иван Ильич. Держит курс Иван Иванович, держит связь Иван Степаныч, бой ведет Иван Фомич. В землянке спит Иван Ильич.
пьет коньяк Иван Иванович, пьет вино Иван Степанович, водку пьет Иван Фомич, чинит борт Иван Ильич. Летчик был Иван Иванович, штурман был Иван Степанович, стрелок-радист Иван Ильич, техник был Иван Ильич. Вот так все просто. И замечательно, действительно, вот, ну, замечательная песня Александра Холкера и Кима Рыжова. Здорово. Я просто, ну, у меня мысли идут, как в одной книжке сказано, противолодочным зигзагом. Я пока песни пою, приходят какие-то ассоциации, наверное, сравнения и чего. Вот просто чинит борт Иван Ильич и спит в землянке. Ни один летчик не, ну, не поерничает по этому поводу, потому что работа техников, она очень... серьезно, да вообще любого человека в авиации. Я просто как-то вот, когда вот был в Сирии неоднократно, и первый раз меня больше всего тоже потрясло, поразило, ну, или обратило внимание. Наверное, самое большое впечатление было не та работа, которую, ну, может, она несколько невидимая, потому что ребята поднялись, улетели и там разгрузились. То, что происходит на земле, работа техников и вооруженцев, если экипажи, допустим, там в двух комплектах, то эти, ну, работали так часов минимум по 16 в сутки. Я не буду рассказывать, ну, подробно одну историю, но был таким, образно говоря, небольшим свидетелем, когда, ну, представление на награду государственную, там смотрят, там техник там, или инженер, военные меня поймут. А что, так они же на земле сидят там, что они... Так вы понимаете, они движки меняли там вот именно во время боевых действий там в 3 раза быстрее, чем положено по нормам. Ну так это уже у них работа такая. Вот, ну... Работа такая. Работа у всех такая. И... За эту работу иной раз не то что шляпу снять хочется, а там на колени где-то припасть. У нас на родине метель, а здесь погода на заказ. И многозвездный наш отель, апартаменты, экстра-класс. Удобство снаружи бывало и хуже. Кругом практически курорт, здесь пальмы чудной красоты, а море просто натюрморт. Но видим только с высоты мы эти красоты в процессе работы. Мы трудимся в заморской дали, где звучит намаз, и многие совсем не ждали здесь увидеть нас. Другие времена настали, мы пришли и дали мастер-класс. Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях и учениях. Буржуи не хотели, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом небе не до этикета. Сюда не отдыхать пришли не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты вколачиваем в цели, словно гвозди, по самому прямому назначению. Каждый вылет боевой, от напряжения кипишь. Кабина словно дом родной, вот только жаль, в ней не поспишь. А хочется очень, особенно ночи, который месяц не до сна, и не уйдешь на бюллетень по распорядку. Здесь война, что день, что ночь, рабочий день. Здесь все на пределе, назначены цели. Мы в нужный час и в нужном месте выпадем с небес.
И сразу станут цифры 200, духи все в окрест. Прицельный марк и тонкий крестик миг на них поставит жирный крест. Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях и ученьях. Буржуи возмущались, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом небе не до этикета. Сюда не отдыхать пришли не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты вколачиваем в цели, словно гвозди, по самому прямому. И вероятные друзья нам скажут просто «Very good, летать по многу им нельзя, у них нормированный труд, им бедным не сладко жить по распорядку». К смертям уже не привыкать, с годами стали мы грубее, два раза нам не умирать, но не привыкнуть, хоть убей, нам жить в половину и к выстрелам. Минует нас по воле фарта смерть и холодок. Года спустя полетной карты выцвевший листок напомнит нам до боли ярко ближний, но далекий столь восток. Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях и ученьях. Буржуи были против, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом небе не до этикета. Сюда не отдыхать пришли не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты вколачиваем в цели, словно гвозди, по самому прямому назначению. По самому прямому назначению. По самому прямому назначению. Спасибо. Пришли очень близкие мне люди. Я сразу вспомнил одну историю. У меня вот здесь на гитаре такой скол серьезный. Улетел кусок дерева. Это было на Хмеймиме. Мой очень-очень близкий друг. Я ему дал гитару там по какому-то поводу, ну просто подержать. И я только отвернулся, а она упала на полосу бетонную. Ну, а это было на стоянке дежурного звена. Естественно, мне сразу хотелось поднять звено по тревоге, чтобы его разбомбили. Вот. Потом я немножко успокоился. Потом показал мастеру уже по возврату. Он говорит, да. Я говорю, это влияет на эксплуатационные свойства этого инструмента? Он говорит, нет. И, ну, тогда я ставлю на память. Вчера летали на тренировку. Генеральная репетиция парада была. Мне повезло, я тоже там находился на одном из бортов. И ну вот завтра, вы видели, что сегодня происходит? Завтра, конечно, есть большие сомнения, что в воздухе это все состоится. И дай бог, чтобы действительно все это состоялось. А если состоялось, чтобы прошло все штатно. Я к чему про парад вспомнил? Просто следующая песня, ну вы ее знаете. Я когда-то, там просто пару строчек есть в эту тему. Было время, когда летчики не летали над Красной площадью. Летали только вертолеты, там, по-моему, 5 бортов с флагами. И уже как-то даже, ну не то, что не верилось, что это все вернется. Но это, к счастью, вернулось. Это очень здорово. Потому что, наверное, большей гордости, чем вот те буквально несколько минут, когда авиация великой страны проносится над Красной площадью, их не переплюнет ни та вот техника, которая ходит по площади, по брусчатке, как бы не покрасили даже в белый цвет. Вот. Ну, это я просто опять же про то, что русские витязи и стрижи будут летать над Красной площадью и летают. Летим в далекую страну, что далеко в чужих широтах.
мы на военных самолетах, но наш маршрут не на войну. Летим в нерусскую страну, как по линейке в небесах. Мы чертим следы инверсионные, меняя снизу страны, зоны и часовые пояса. Мы на работе в небесах. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь поле заниматься летным отделом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Летим туда, где чтут Коран, там авиация в фаворе. И кто главней, у них не спорят, верблюды или аэроплан. Не спорят там у мусульман. Мы им открутим пилотаж, сорвем восторг, аплодисменты. Ведь помнят страны, континенты. Все знают в небе почерк наш. Наш Russian Crazy пилотаж. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься летным делом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Дай Бог нам снова над Москвой пройти, дать салют победы. На нас с небес посмотрят деды и вспомнят свой последний бой под замерзающей Москвой. И дай Господь сберечь орлят, чтоб не пришлось с нуля сначала. Витька Жидуб, Покрышкин, Чкалов на помощь к нам не прилетят, но там на небе не простят. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься летным отделом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коль заниматься летным отделом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Как жаль, что на земле все за пределом. Та-д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 а
па-па-па-бам. Пам, та-та-та-та. Спасибо. Кстати, было очень приятно, когда вот русские витязи летали буквально... Хотя время летит быстро, может, это уже было не вчера, конечно, пару месяцев назад летали в Малайзию. Первый раз вот на новых самолетах, на Су-30СМ. Вот не поленились же и не пожалели денег, позвонили мне оттуда и говорят, а мы вот эту твою песню сейчас для всех поставили. Не знаю, что малайзийцы разобрали в ней. Вот. Ну, все равно приятно, конечно. Вообще больше всего, конечно, наши группы летают, действительно, вот эти маршруты, они там юг, юго-восток, Дальний Восток. Это к чему? К следующей песне, потому что вот, а когда-то главный маршрут был не вот туда, а на запад. Эх, дороги были да. Туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степей. Вьется пыль под сапогами, степями, полями, а кругом бушует пламя, да пули свистят. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Выстрел грянет, ворон кружит, твой дружок в бурьяне неживой лежит. А дорога дальше мчится, пылится, клубится, а кругом земля дымится, чужая земля. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Край сосновый, солнце встает, у крыльца родного мать сыночка ждет. И бескрайними путями, степями, полями все глядят вослед за нами родные глаза. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Снег ли, ветер, вспомним, друзья, нам дороги эти позабыть нельзя. Спасибо. Замечательные какие песни. Ну, дороги всякие бывают, и не только на земле, они бывают и в небе. Ну, я походу так подумал, в чем не спеть эту песню тоже. Есть самолеты, которые бороздят небольшой театр, а небесные просторы. И это разные самолеты, по большей части они все замечательные. Что насупился, Илюха? Нынче были до дозари. Набивают снова брюхо, груз швартуют технари.
Носят ящики солдаты из заката акварель. Только нам не до заката, рампа, тельфер, апарель. Рампа здесь не значит сцена, палуба не значит флот. Мы не взвинчиваем цены надписью «Аэрофлот». Мы летаем, где стреляют, экипажи не впервой. И Илью не испугают, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья, трудяга. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Нам лететь туда, где жарко, с дозаправками маршрут. Полный борт гуманитарки, там на месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, близких видим лишь во сне. Не печалься, брат Илюша, а лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда-то полным ящиков бортом возвращали мы солдат в их последний вечный дом. Улетали от печали снова в небо с головой. Где-то вновь с надежды ждали грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья, трудяга. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Чай, печенье и конфеты надоели нам уже. Штурман курит сигареты там на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке, что сготовить на обед. И если что, всегда в порядке, у него велосипед. Распростер Илюша крылья, вместе с грузом нас несет. Коридор ему открыли, значит, он людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь, горб на спинке трудовой. Если где-то что бабахнет, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья, трудяга. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Снизу пальмы по глиссаде, из зимы встречают борт. Заведут нас и посадят в незнакомый жаркий порт. Местные не бьют баклуши, все предели как один. А до души нальют Илюше самый вкусный керосин. Командир на борт вернется, весть благую принесет. Наш Илюша улыбнется, нежным блистером блеснет. Нам награды не медали, а скорее путь домой. Руды снова в максимале, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья, трудяга. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Спасибо. Я на раз думаешь, а что спеть-то вот? Все-таки
стараешься привязываться к событию, в данном случае к празднику. Песня такая, давно не пел, не посвящена она Дню Победы, а, в общем-то, как бы, наверное, несколько носит такой антивоенный характер. Но она имеет место быть. Потому что, ну, действительно, человечество воевало, вот ученые это посчитали, за 5500 лет порядка, по-моему, 15 тысяч войн. Ну, в общем, человечество не воевало что-то около 300 лет за 55 веков. Это печально. За Бога и Отечество и за царя в придачу, с винтовкой трехлинеечкой, надеясь на удачу, я против Австро-Венгрии, а также и Германии. В атаке шел, да воевал, да вот привлек внимание себе на горе снайпера. Тот парень был, что надо. На мне и на таких, как я, он получал награды. Я сам дурак с окопов встал, поднялся, пронесет авось, а он меня на мушку взял и мне головушку насквозь. Меня уже на свете нет, а вам одна наука. Война, 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 плохая штука. А что же быть хорошей, если люди гибнут где-то? Еще бы кто-нибудь повыше тоже понял это. Война, 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 плохая штука. За Родину, за Сталина, и крови не жалея, и как бы не устали мы, но с ППШ на шее я с пол Европы пропахал, и пули не цеплялись. Но месяц май последним стал, мы в переплет попались, обстрел по нам, атака шла, приятного тут мало. Вот тут меня-то и нашла болванка и достала. Остался в поле от меня лишь черный круг воронки, к семье домой вернулся я листочком похоронки. Меня уже на свете нет, а вам одна наука. Война, 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 плохая штука. А что ж ей быть хорошей, если люди гибнут где-то? И еще бы кто-нибудь повыше тоже понял это. Война, 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 плохая штука. А время не снижает счет потерь и расставаний. Года бегут, пришел черед. За речкой я в Афгане, горячим ветром по стране, такой чужой носила, не в балахоне, а в челме, костлявая косила. Мы очень часто третий тост в молчание стоя пели. Есть очень мрачный город Хост, вот там меня убили. Вещички всякие мои собрали маме в свертке. Вернулся я к себе домой, весь в цинковой обертке. Меня опять на свете нет, а вам одна наука. Война, 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 плохая штука. А что ж ей быть хорошей, если люди гибнут где-то? Еще бы кто-нибудь повыше тоже понял это. Война, 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 плохая штука. Свою задачу знали мы, противника убейте. В Египте, в Израиле, в Ираке и в Кувейте, в Анголе, в Югославии, в Афгане и в Вьетнаме. Как пешками бесславными разменивались с нами. Кого-то убивали мы, нас тоже убивали. И на весах любой войны считали нас едва ли. А жизнь за Родину отдать не жалко, отдавали. И сотни лет за жизнь, вот лишь друг с другом воевать. Смертельно мы устали. Нас всех теперь на свете нет, а вам одна наука. Война, 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 плохая штука. А
что ж ей быть хорошей, если люди гибнут где-то? Еще бы кто-нибудь повыше тоже понял это. Война, 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 плохая штука. Война, 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 плохая штука. Война, 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 война. Знаю много вертолетчиков в зале. Годы птицы улетают, по земле меня болтают, а точнее выше, над землей. Нет даже быть бы живо, столько лет на всех режимах. В небе мы живем одной семьей. По ущельям и вершинам с винтокрылою машиной пишем то ли сказку, то ли быль. Вместе с ней по небу ходим, мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миль. Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось, и не превратила нас в утиль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Мы нередко с ней прощались, честным словом возвращались, а потом на матушке земле экипажем вот купили за машину и за миля. Мы на ней, как бабка на метле. Мы на ней, как змей Горыныч, тоже можем землю выжечь или как ковер. Но вертолет только чаще в этой сказке. Как устала я, совраска, из последних сил он всех спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит лопастями днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Ей поклонятся солдаты, те, кто выжил в медсанбатах, не для них теперь ее родней. И гражданские пилоты за совместную работу тоже снимут шляпу перед ней. Возят и даже президентов, и на разных континентах в небе, словно рыбкою в воде. Пусть не в меде и не в глянце, уважают иностранцы, знают то, что выручит везде. Над полями и лесами ледяными полюсами кружит, поднимая снег и пыль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Михаил Леонтьевич Миль. Спасибо. Опять же, возвращаясь вот ко вчерашней тренировке. Ну, день такой, оно же впечатляет все-таки над Кремлем пролететь один раз. Ну, правда, уже не знаю, я так по моим подсчетам больше 10 летал с 2009 года, я очень этим горжусь. Вот, но еще вот одна такая классная составляющая всего этого дела, что в Кубинке можно встретить очень много замечательных друзей, ведь кроме русских витязей и стрижей, там собирается такая группировка, в общем-то, там прилетает Торжок, центр боевого применения, вертолетчики, прилетает Липецк, те, которые работают на Су-25, ну, раньше еще на Як-130, в этом году с Як-130, а не с Борисоглебска, вот, и куча знакомых-знакомых лиц, близких друзей и просто приятелей.
Вот вчера просто одного смотрю, идет такой на встречу Леша Хакбердыев. Привет. Это из тех, которые вот самые крайние замыкают парад. Шестерка Су-25. Их еще называют пилотажная группа краски. Потому что они рисуют флаг России, значит, над Кремлем. Хотя в прошлом году с легкой руки моего замечательного друга Сергея Сокова группа еще получила новое название – пилотажная группа «Котики». Некоторые говорят, это в связи с чем? Все очень просто. Дело в том, что группу ведет заслуженный военный летчик России Сан Саныч Котов. Ну да, я возвращаюсь к Хакбердыеву. Просто следующая песня, она написана не благодаря ему, но, наверное, в каком-то виде он тоже в этом участвовал, однажды посадив Су-25 свой ночью невыпущенными шасси. Вот. Был награжден орденом мужества. Я даже так иногда пытаюсь похвастаться, что мы об этом дали сюжет через полгода, и вот после нашего сюжета ему вручили этот орден. Вот. Может быть, это просто задержка награды, но хочется же себя похвалить в каком-то виде, я имею в виду нашу программу. Сегодня не задался, я чуть было не проспал все. Вроде не гудели мы вчера. Зацепил, разбил будильник от любимой подзатыльник. Ну ты, Маша, доброе с утра. С дуру видно с позаранку, зря дневник я взял у Ваньки. В школе оказалось он в пике. И шумит родная Маша, что мальчишка весь папаша. Точно летчик. Без царя в башке. Точно, летчик, без царя в башке. Полчаса мне до работы, нам до вечера полеты. Командир навстречу не к добру. Что-то там не по уставу, и за это он мне вставит. Да что ж такое нынче поутру? Мне в санчасти пульс проверят и давление измерят. Доктор скажет, летчик, не грусти. Указание, постановка, цели, курсы, обстановка. Ты меня, бетонка, отпусти. Ты меня, бетонка, отпусти. В небе так немноголюдно, здесь спокойно и уютно. И никто не пилит, не орёт. Я бы здесь пожить остался, в ЖЭСе лётном прописался. Но уже четвёртый разворот. Обороты чуть убавлю, кран-шасси на выпуск ставлю. Где тук-тук? Не слышу под собой. Лампы красным семафором, а мне кричат с панели хором. Парень, нынче день совсем не твой. Па-па-па-па. Блин, сегодня явно день не мой. Вниз доклад, в ответ советы. Делай то, не делай это. Шеф добавит ласково, держись. Танцевать я в небе ринусь. Перегрузки в плюс и в минус. Знакопеременно, все как жизнь. И совсем небережливо самолет я в хвост и в гриву. Воздух с возмущением свистит. Ты держись, стальная птица, нам с тобой нельзя убиться, Маша мне такого не простит. Маша мне такого не простит. Мне с земли дадут пистону, хватит, мол, давай-ка в зону, не дури, пора борт покидать. Вот дают, ты слышал, милый, помогай мне, что из силы. Хочется с тобой еще летать. Ты сейчас мне всех дороже, я тебе, наверное, тоже. И друг друга надо нам спасти. Ванька ждет меня и Маша, а тебя ждет техник Паша. Нам никак нельзя их подвести.
нам никак нельзя их подвести. Прочь, фонарь, мы на глиссаде, мы с тобой на брюхо сядем. На борту я сам себе устал. Ты как трактор пронесешься, в ограждение откнешься, борозду на грунте пропахав. Снег кругом, а мне так жарко, здравствуй, скорая пожарка. Доктор снова, кружка, спирт, глоток. Черт и командир тут с ними, растолкает всех, обнимет, что-то намекнет про орденок. Па-па-па-пам, па-пам-па-пам. Пошутил, небось, про орденок. Начинался день, как кома, но посвистывая к дому, улыбаясь, тую налегке. Ванька мне доложит бойко, что исправил кол на тройку. В горизонт выходит из пике. И меня обнимет Маша, принесет борща и кашу, нам двоим по рюмочке нальет. Как бы кто-то ни старался, день сегодня все же удался. Мы вернулись, я и самолет. Как я сильно не старался, день сегодня все же удался. Мы вернулись, я и самолет. Спрашивай, пока что ни о чем. Батя, здравствуй. Был долгим год, как на войне, 3-1, но снова мы вдвоем. Батя, здравствуй. Я дома, а не на войне. Весь год сказать хотелось мне обнять тебя, а фразы все потом. За старым сядем мы столом, покрепче что-нибудь нальем, ах, батя, от тебя как отвык. И стопка водки заберет, весь мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Но как дела, дожив пока, и не болят еще бока, иду как прежде прямо на пролом, а жизнь стремительно бежит, и как цыганка ворожит. Но оглянусь, пожалуй, я потом. Проблемы есть, когда их нет. Не стал пока не милым свет, хотя порой трясет, но лишь слегка. Но свой я вытянул билет, и с ним по жизни столько лет. По жизни еду, бог с ним, а пока. За старым сядем мы столом, покрепче что-нибудь нальем, их, батя, от тебя так отвык. И стопка водки заберет, весь мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Батя, здравствуй. Года свое клешнёй берут, и ты еще чуть-чуть, но постарел. Батя, здравствуй. И пусть календари не врут, твой взгляд горит все так же, как горел. Батя, здравствуй. Я наяву, а не во сне, увидеть поскорей тебя хотел. Батя, здравствуй. Я дома, а не на войне, я год спустя, но все же прилетел. За старым сядем мы столом, покрепче что-нибудь нальем, ах, батя, от тебя так отвык. И стопка водки заберет, весь мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Романтик кончился во мне, воюю даже и во сне. Покрылись пылью детские мечты. Ты сам когда-то спину гнул и лямку 30 лет тянул. А я теперь вот так же, как и ты, стараюсь правду говорить.
не унывать и честно жить, как с мамой научили вы меня. И звезд не хапаю с небес, и в грязь пока еще не влез. Живу, как все, деньгами не звеня. За старым сядем мы столом, покрепче что-нибудь нальем, ах, батя, от тебя так отвы. И стопка водки заберет, весь мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, батя, так не хочу уезжать и не разжать пожатие руки. Счастливо, батя, ты молодцом, и так держать. Вот только, батя, маму береги. Счастливо, батя, так не хочу уезжать. Не сильно верю я судьбе, но верю, я вернусь в родимый дом. Счастливо, батя, я шепотом скажу тебе и обниму, а фразы все потом. Спасибо. Смотрю, когда каждое лицо в зале, из тех, кто знаком, вызывает определенные воспоминания. Однажды я помню, что мне вот сюда пришла записка, которую написал целый полковник, целый командир полка авиационного в прошлом. Вот всего два слова и две ошибки грамматические. А написал он: «Ласточку хочу». Дмитрий Сергеев, там вот он сидит. В общем, ну ладно, хорошо, я спою, потом еще поразмышляю на эту тему. Ласточки летают над землей низко, значит, снова непогода. Мы удержим небо здесь полгода, значит, полтора. Я живой. Натрия умножается войной. Вот и с нами видно все на глаз. Если мы летим предельно низко, это значит, нам до цели близко. Крайний или последний этот раз Бог решит. Мы верим, Он за нас. И, конечно, верим мы в бою, то есть, что никогда не подводило. Кто-то называет крокодилом птичку, про которую пою, ласточку пятнистую мою. Подтвердят нам трассеры расчет, не ошибся летчик-оператор. Нынче он, как в фильме «Терминатор», все, что снизу, убирает в лед. Наш привет он тем не нашим шлет. Скажет, кто не страшному вранье. Нас пугают снизу пулей турой, отвечая всей номенклатурой. Птичка разметает воронье, мы втроем под нимбом у нее. Душу винтокрылую свою вместе с нами ты не погубила. Обозвал же кто-то крокодилом ту, что выручает нас в бою, ласточку пятнистую мою. За спиной молотит пулемет, бортовой наш парень не из робких. А братья ложатся лентами скар в коробках, пулеметный сам себе расчет. Бортовому общий наш зачет. Надпись, что опасно у хвоста, даже дуракам ее смысл ясен. Нынче я действительно опасен.
Горный край меня уже достал. К черту живописные места. Все года, что вместе с ней в строю, красотой меня с ума сводила. Что за дурень кличет крокодилом? Ту, что вместе с нами на краю, ласточка пятнистая мою. Та-та-ра-па-па. Разгневанных богов всю на нас обрушили свирепость. В небе словно маленькая крепость мы видим огонь из всех стволов. Нам иначе не сносить голов. С нашей птичкой мы не отвернем. Не проходят с ней такие штучки. Бережно держу ее за ручки, словно в танце кружим мы вдвоем. Мы танцуем танго под огнем, с той, которой песенку пою, с той, что нас от смерти уводила. Я убью того, кто крокодилом обзовет любимую мою. Ту, что выручала нас в бою, ту, что вместе с нами на краю, ласточку пятнистую мою. Спасибо. Ну, Александр Викторович. Заслуженный военный летчик России Александр Викторович Новоченко. Первый состав пилотажной группы «Беркут», как на всякий случай. Хотя гораздо больше у него боевых заслуг, не тех пилотажных, где он только не воевал. Я просто хотел... Здесь еще вот Сергей Викторович Косяков, заслуженный военный летчик России, тоже командир 55-го вертолетного полка, командира которого потом стал Дмитрий Сергеев. Вон там тоже, который вот написал «Ласточку хочу». И имел на это право, потому что эта песня написана была ночью у него дома. Все то, что расскажешь. Я еще что расскажу. Я все время, когда вот Сергеева вижу, у меня все время почему-то история... Я люблю порассказывать какие-то истории на концертах. Вот... В этом году был юбилей 55-го ОВП, 75 лет. А, ну, естественно, 5 лет назад было 70. И вот мы тогда, Дима меня пригласил, мы вот ночью сидели вот с Сергеем Викторовичем, с Димой, там рассуждали на очень важные вертолетные темы. А утром поехали в полк, и вот с Димой мы пошли к командиру. Царство небесное, Рифат Хабибулин, который в Сирии погиб, герой России посмертно. Вот у него в кабинете сидели, и просто вот в это время, ну, мы так, у нас очень такое благостное, радостное настроение, тут врывается в кабинет какой-то, то ли капитан, то ли майор, не помню. И к Рифату говорит, командир, говорит, а у них в это время комиссия работала. Говорит, одного вертолета не хватает. Такая нормальная фраза вообще, да? Он говорит, они посчитали по нашим спискам, там, значит, туда-сюда, нет, не сходится. Ну, тут как-то наше настроение праздничное, ну, у меня просто недоумение, а оно у них улетучивается. Значит, я вначале вообще подумал, что это шутка. А потом, ну, туда-сюда, все-таки вот Сергеев командовал на тот момент недавно тем полком. Он говорит, да ладно, не может быть. Не, ну как, начинает там считать. Это, я помню, вот меня очень впечатлило, говорит, так, этот мы потеряли в Чечне в таком-то году, этот вас писали, этот сбили, это там, так, ну, это достаточно так пронзительно звучало. А это вот в Грузии, там, и в Абхазии, там, то-то там, да все сходится. Все, такая тишина за столом, растерянность. И тут Сергеев говорит, а памятник считали? А у них на входе в часть Ми-24, говорит, его же не списывали, и все сошлось.
Дим, ты уже извини, что я дам столько внимания на тебя, но я считаю это достойно. Спасибо, что пришел, кстати. Ну, вот еще одна из любимых песен. Это вот, ну, я не знаю, считаю, это, наверное, поистине народная, наверное, песня из тех вот военных, которые все знают. Я в шутку иногда говорю, что это такой военный блюз, хотя, ну, это, конечно, только шутка. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знай, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому, зная со мной, ничего не случится. Ничего не случится. Не случится. Спасибо. Завеской заправлен и подвешены все средства, и для птиц сирена воет. Опустили капониры, пахнет в воздухе войною. Значит, миру не до мира, миру явно не до мира. Ничь, видимо, до ночи день тяжелый мне маячит. Я не нож, но я заточен под военные задачи. Пыль вверх, большие лица не нашли для мира повод, не смогли договориться. Значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне эти двое, что во мне. Время че на всех часах, только стрелка мне решить, сколько нам летать и жить. Наши судьбы на весах, где-то в небесах.
стимулятора, им адреналина добавляет неизвестность. Не жалея керосина, я облизываю местность. Где-то рядом неприятель, мне сейчас не до капризов. Включен главный выключатель, мы всех выключим, кто снизу. Выключаем тех, кто снизу. Нам последок днем и громом огрызается поверхность. Контингент и там не промах, повышает нашу смертность. И в кабине эти двое на прибор их смотрят хмуро. Я как будто сильно болен. Кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура. И отчаянно втроем через небо напролом, как на рваных парусах. Мы то вверх, то снова вниз. На кону всего лишь жизнь. Наши судьбы на весах. Где там небеса? Живы оба не убиты, хоть по мне влупили точно. И орёт им тетя Рита, чтобы вы врули, чтобы на воздух вышли срочно. Эти двое, как на мине, велика цена задержки, но плечом к плечу в кабине держат ручки, а не держки. Не хватаются задержки. Как хочу в эскадрилью, даже если инвалидность, я не складываю крылья, а меняю стреловидность. Возвращаемся из боя, пусть мы еле волочемся, но в кабине эти двое верят в то, что мы вернемся. Обязательно вернемся. Мы вернемся. Вернемся. На войне, как войне, даже если ты в огне, надо верить в чудеса. Что бы ни было, держись, и тогда не смерть, а жизнь перевесит на весах. Где там небеса? Где-то в небесах. Где-то в небесах. Спасибо. Ну просто вот, вот фраза в этой песне. Коль в верхах большие лица, не смогли договориться. Вот, к сожалению, так оно на протяжении долгих-долгих столетий так и продолжается. Вот она, ну это к чему? Это вот следующая песня. Она сырая, это новая песня. И название, нет, я ее как-то так назвал для себя, наивная антивоенная песня, потому что наивная, потому что все равно продолжаем воевать. Наша планета, мы верим наивно, что так будет вечно. И глядя в экран, наблюдаем беспечно, как где-то воюют, ведь это лишь где-то. Нам громко надо, как шум погремушки гремит далеко. Нет причин для тревоги, война незаметна, уже на пороге. Все громче и громче беседуют пушки. Мы словно в каком-то разрушенном тире столетия держим друг друга на мушке. И хоть все живем
в этой общей квартире. Молчим, вместо нас говорят только пушки. Наверное, у нас слишком умные лица, а надо-то только чуть-чуть улыбнуться. Из фронта домой все солдаты вернутся. Однажды на свете такое случится. И может тогда от души нам кукушки побольше оставшихся лет накукуют. Забудут окопы, как их атакуют. Нам больше не вспомнится, как гремят пушки. Как хочется, чтоб только залпы салюта и в ночь новогоднюю грохот хлопушек однажды напомнили в мире кому-то, что мы говорили лишь с помощью пушек. Хочу сказать, что там, если кому-то надо, еще продаются диски. Кого? Николая Анисимова, да. У меня такая мысль, такая коварная возникла. Сейчас вот я знаю, что некоторые подбегают, а можно с вами сфотографироваться? А у меня сразу контур удар. Вот там сидит Светлана Владимировна Копанина, семикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу, самый титулованный летчик мира в десятке пилотов столетия прошлого века, единственная женщина. Света, ты попала, извини меня. Сейчас с тобой начну фотографироваться. Спасибо, что...